Добрый день, друзья. В этом видео мы с вами поговорим о таком проекте, как PoveCoin. PoveCoin — это планета для совершеннолетия своими законами и уровнем восприятия. Данный проект продолжает разрабатывать приложение для телефонов, и в данный момент уже доступно на Google Play, ну, для владельцев Android. Версия для Android. Вот главная цель. Так, мы видим создание интерактивной, виртуальной, доступной, анонимной криптовалютной сети и технических устройств для взрослых развлечений. То есть в данный момент один трек капитализации рынка технологий, вот цель проекта. Создание интерактивной, виртуальной, анонимной криптовалютной сети для технических устройств для взрослых развлечений. Что мы делаем? Ставим площадку PoveCoin, где каждый человек имеет возможность заработать. Результаты проекта. Монетизация интернет-трафика, высокая капитализация, развитие рынка и технологий. Смотрим поле площадки. Вот можно заработать удовольствие. Там контенты. В том числе широкий контент, в том числе VR. Так. Собственный инвентарь вкладывать на наш площадку предложений пользователей, для кого пользуется наша площадка, доступно возможно писать собственный вариант. И про дорожки для понравившегося контента. Собственная дорожка будет у нас за контентом. Ставить свое видео. Может быть, для личного пользователя, так загружен для площадки бесплатный доступ для других пользователей ресурса. Проблема современного рынка, отсутствие возможности монетизировать интернет-трафик, отсутствие возможности заработать всем участникам, пиратские бесплатные видео, отсутствие развития рынка, оборудование открытым IP по дополнительной реальности VR. Схема работы сервиса. Добро пожаловать, заплатить, сработать. Монетизация, интеграция. Можно нажать, чтобы получить ответ. Так. Распределение токенов, как мы видим. Дорожная карта проекта. Подготовка к SEO. Санирующие лица поиск сотрудников. Заработка приложения 9 марта 2017. Завершение SEO 22 июня 2018. Вид заработка и масштабируемость. Советники. Партнеры проекта. Вот разработчики. Информация о разработчиках можно почитать, посмотреть. И социальные сети на проект. Ссылка на сайт. Веб-сайт будет в описании под этим видео. Вот такой вот проект. Инвестировать нет, в любом случае решать вам. Как я и говорил ранее, все видео сделаны только в ознакомительных целях. А ссылка на проект будет в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока!